Май Нивна с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на лор алфавита, алфабет лор A-Z, ужас. Понравилось смотреть видос, поехали. Я антимайни, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой, но у Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании, а мы продолжаем смотреть видос. Эй! Ну, я видел только до Си. Я просто думаю, что это вообще такое? Это будет так себе просто буквы, как это у вас, типа, они такие, I'm B. Вот так будет, да? Да. F. За что? F, ты негодник. За что? F. Это что, F, типа, его пещера? Пещера F. Блин, бедный алфавит. Бедная И. F. G. Все же. G. Это команда. Команда G. C. A. B, GCAB, CAB. В смысле? А, К, я понял. CAB, я понял. Ну все, сейчас победа будет. Заныкался! За что ты? За что он випукал его? Нет, не надо, нет! Он его раздает, Пиксар! Джей. Найс, С, Джей. Он слишком силен. Должна... Ой, давай, Л, давай! Ой-ой-ой, гигачат, Л! А М будет тоже гигачатом? Давайте, М, Н, О, Пи, давайте! Он просто задожил! Просто уничтожил, капец, он Джоджо Мэн! Он тоже гигачат? О, еще один гигачат просто! Сейлор Мун, перевоплощаемся! Фенчики Винкс! Он на Супер Митбой похож, капец! На! I-N? N. Ну все. Ну вы просто гляньте, ребят. Вы хотели бы быть ими? Я бы хотел бы. N. Как создать, мой ник начинается с буквы N. Майни, M как раз гигачат. Мне все устраивает. N. Оооо. Подождет. О, гляньте, пресс. На! О, гляньте, нет, Пи, ну просто, ну вы просто гляньте на эту красотку, ё-моё. Ну просто. LMNOP. Пока я тут превращаюсь, он ушел. Кью. Кью. Своровали волшебный камень. Ну, она как обычно виноват, согласен. Вот это возле меня, Энки, стоит Энка там. Он получил силу камня бесконечности. Yeah.
Все, киданули пацана. Пна! Карта! Мам! Все, я карта! И что с навигатором? Кё! Захавали! Я даже не буду спрашивать, что у него там за точка, ну, Элки, на всякий случай. Ну, Л и О сильно друг друга дополняют. Чего он чего? Он чисто эксмагнитил. Все, три камня бесконечности, ребята. Уж извините, но это чересчур. Это перебор. Сейчас будет Ю. Чи-чи-чи-чи. Ну, я говорю, это угроза похлеще Таноса. Он сейчас твой камень сворует, не надо! А ты-то зачем? Ну ты же делаешь то же самое, что и они! А еще себе, не, она мощная какая-то нас. Флэш! Все, тянка зарешала. Нет, он и замедлил, ребята. На, за жепу! Пресс-эф получается. За шо? Нет, лучшую тянку этого сериала съели. Унесли. Это потеря. Это потеря. Это потеря, ребята. Ю. VW. Давайте. Ган. Ой-ой-ой. Приобретает так-то всякие вот интересные подушки. Ган. Найс ганмен. GG. Good game. На! Без шансов. Уничтожили. Это подстава была. Нет! За шо? Подстава, это Friendly Fire! Капец, F, негодник, реально, вообще злодей. W. О, W. Стесняшки-безняшки, типа. Все, кошмары снятся. Не, ну ужас, ужас.
Вот в кириллице F, видите, какая она такая мягенькая, кругленькая? Она добрая, явно, вот в кириллице. Вот в латинице сразу это F, вот эти американцы придумали злую букву F. Все с ней понятно. Не чтобы сделать ее красивая, круглая, чтобы добрая была. Не, зубатую сделали, ужас. Ох уж эти американцы, тут преуспели. Ничего себе. Ого! Наруто? Типа без этих... Он обманывает, братан, не верь! Он подлый! Блин, Икс! Захавал его моментально просто! Зачем ты ему поверил, Икса? Why? Хорошо обыграли. Хорошо, сейчас будет Зеточка, Зеточка. Ну блин. Это будет последняя буква, которую в некоторых случаях я осуждаю, но вообще это просто ж буква изначально. А может он сок это собирает крутое? Засейвился, засейвился. Мне сейчас кажется, Энка перевернется и станет типа этой. Он какое-то слово собирает. По-любому. Ну все, теперь у него вся ко мне бесконечность. Теперь он крутой. Гляньте, какая у него вообще прическа. Подожди молодого. Получается, победила... Радуга. Повестка. Победила повестка, ребята. Вот такова жизнь. Друзей! Friends! Вот так, он просто хотел друзей. Интеллектуальный юмор поехал. За что? Вот так вот F и обозлился на всех. Фрик.
Капец, вот, оказывается, он просто обозлился на всех. Капец. Понимаете, все проблемы с детства, даже тут эта тема раскрывается. Капец, все бросили. Так получается, злодей, это тут все вокруг, кроме Эвки. Реально, пресс F to pay respect, ребята. Это грустно. Он осознал всю жизнь. Он предсказал все события. То есть какая грустная история. Я просто хотел друзей себе. В итоге он обозлился, и все. Понимаете, его... Он сам таким не стал, его общество таким сделали, ребята. Вот так вот. Его таким сделало общество. Это вот... Это, кстати, довольно... Вот видите, какая умная философская мысль? То, что вот надо относиться к другим людям с добром, и будет все по-хорошему. Будет больше добрых людей. Относитесь к людям по-злому. Вот потом вырастут и будут мстить. Капец. А зета весь мир, ни хрена себе. Он даже заплакал. Это хорошая здесь, плохая. Есть зеркало, когда смотрит, там плохая здесь появляется. Все мы знаем, что она сейчас значит. Эпилог? Какой эпилог? Что сейчас произойдет? Говорю, уровня мстителей. Он что, все изменит? Он все поменяет. Вот что значил его сон, ничего себе. Он пойдет своему дружбану, чтобы ему было не грустно. Вот так вот. Избитые, но вместе. FN. Получилась такая кнопочка FN. Функция. FN. Как на клавиатуре. Какая... Какая милая история, господи. Ну
все. Вот видите, должно быть им все дружно, мирно и хорошо. Во, ну так, вот такая вот интересная тема. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой канал, мне было очень приятно. Всем удачки, всем пока.